Галина Плетцер привлечена к административной ответственности за бездействие. В этом ее укорила прокуратура, которая в течение месяца ожидала от руководителя администрации Усть-Вымского района ответ на полученное предписание. Оно затрагивало выявленные нарушения при формировании муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Между прочим, вскрылись шероховатости после обращения жителя Микуни. В соответствии с требованиями федерального законодательства, власти муниципалитета обязаны были проинформировать надзорный орган о принятых мерах. Мировой судья оштрафовал чиновницу на 2000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.